Друзья, привет! Я уже устал говорить, что с вами Жека, канал Жека. В принципе, в этом ролике это не настолько и важно, что за канал и кто я такой. И, в принципе, важно только одно, зачем я все это снимаю. Поэтому, я думаю, вы меня поддержите комментариями, вот такими вот лайками, жирные лайки, да, ставьте. Комментариями обязательно, друзья, пишите комментарии. Очень красивая икона. Видно, что она ручной работы. Видите, какие две короны. У Божьей Матери корона. Смотрите, друзья, какая. И у Спасителя, у Иисуса тоже. Вот такая вот золотая корона. Давайте еще разочек на дорожку посмотрим. Я уже через пару часов отъезжаю в Москву. Давайте посмотрим на дорожку. Друзья, ну вот я привез иконы, как и обещал. Рогачево, поселок Рогачево, это Дмитровский район. Город Дмитров, поселок Рогачево, повторюсь. И отнесем их Тамаре Яковлевне, которая есть у меня в предыдущем ролике, когда я снимал сам храм, птицу коршун. Я ее поначалу соколом опозвал, своего незнания. На самом деле это коршун оказался. Осторожно, злая собака. Это наша старая знакомая, елка, совсем не злая. Вы можете по другому видеоролику наблюдать. Такие иконы не принять. Ну, я думал, как бы зря вы это отдаете, потому что сами вы молились. Тамара Яковлевна сказала, что сначала иконы батюшка посмотрит, потом он должен осветить, дать добро, и эти иконы поставят в храм в ряд с другими иконами старинными. Я, друзья, считаю то, что жизнь она тоже, мы не вечные все. Надо что-то после себя оставить другим людям, друзья. Хорошее имею в виду. Неплохое. Друзья, привет! Я уже устал говорить, что с вами Жека, канал Жека. В принципе, в этом ролике это не настолько и важно, что за канал и кто я такой. И, в принципе, важно только одно, зачем я все это снимаю. А снимаю я это все за тем, что мы с вами были. Я снимал видеоролик, где мы с вами были в Никольском храме в городе Дмитров, вернее, в поселке Рогачево, Дмитровский район. Я, когда в этот храм, вернее, мы с вами попали, вошли, да, там, оказывается, люди приносят иконы в этот храм. Также вы можете свои иконы, которые вам не нужны, особенно старинные, принести в этот храм, отдать их в дар, как бы так, церкви, можно сказать, храму, да, и тогда, я думаю, вам это зачтется, а если даже не зачтется, то вы хотя бы сделаете хорошее дело, друзья. Многие их выкидывают, знаю такие случаи, на помойку, не многие, но есть такие люди, да, кто-то знакомым отдает, да, те их, например, перепродают на черный рынок. Я решил отдать эти иконы храму Тамаре Яковлевне, я ей позвоню. В данный момент я в Воронеже, у себя в доме в Воронежской области. Я уже снимал этот дом не один раз для вас, да, показывал вам иконы, вы наверняка эти видели мельком. Так вот, друзья, я эти иконы хочу отвезти в храм, отдать их храму, чтобы люди приходили, любовались на эти иконы, молились этим иконам, потому что неизвестно, сколько той жизни, я не знаю, я живу одним днем в данный момент, да, я не знаю, что со мной будет завтра. И если что-то случится, не дай бог, конечно, то я хотя бы сделаю какое-то доброе дело, друзья.
Также этот дом пустует, меня здесь не бывает год, бывает полгода, там максимум год, да, я боюсь, если, не дай бог, залезут в этот дом, то хотя бы иконы я спасу, и холодильники, там всякая утварь, это ладно, вот сзади меня вы можете наблюдать, холодильники стоят накрытые, тут у меня зашторенное все, да, чтобы, если кто-то во двор залезет, не смог заглянуть ко мне в дом, что у меня в доме стоит, тут, в принципе, и соседи обещали присмотреть за домом, но все-таки, друзья, решил убить двух зайцев сразу, то есть сделать доброе дело, да, отвезти иконы в храм, и плюс, как говорится, воришкам меньше будет работы, друзья. Поэтому, я думаю, вы меня поддержите комментариями, вот такими вот лайками, жирные лайки, да, ставьте, комментариями, обязательно, друзья, пишите комментарии, правильно ли я поступил или нет, или надо было их продать, или надо было их кому-то просто подарить знакомым, но я все-таки решил отвезти их в этот храм. Ведь в нашей жизни все не просто так, да, происходит. Я не просто так оказался там на вахте, да, там у меня работа рядом. Не зря оказался в этом храме, не зря я его поснимал, и эту женщину прекрасную, не зря я тоже поснимал, которая заботится как-то об этом храме. Кстати, друзья, под видео будут, как, в принципе, и под другими видео о храме, будут внизу номера реквизитов, куда вы можете найти реквизиты, можете отправить определенную сумму денег, которую вам не жалко, на поддержание благоустройства храма, его территории. Давайте, наверное, я вам покажу для начала, что это за иконы, как они выглядят, где они у меня находились, вернее, я их уже заберу, какие-то оставлю, не очень ценные, да, а эти, я думаю, я все-таки заберу, потому что бабушке моей, вернее, прабабушке, которая умерла, умерла она, кстати, в 101 год, вот представьте, сколько уже иконам, я не знаю, при жизни, да, при жизни она их где-то приобрела, или ей по наследству они достались, да. Это, я думаю, не столь важно, на мой взгляд, иконы довольно-таки старинные, очень красивые, вот, а Тамара Яковлевна, это староста того храма, я так, или не староста, друзья, поправьте, я просто не буду сейчас ролик включать и смотреть, кем она там является, да, я знаю, эта женщина присматривает за территорией храма, за самим храмом. Друзья, давайте поэтому посмотрим иконы, потом я их отвезу, как Тамара Яковлевна сказала, эта женщина, которая работает в Никольском храме, которую мы с вами снимали, она сказала, что батюшка их оценит, хотя я не знаю, как это все происходит, но думаю, людям беднее, да, тем более, которые в храме работают, тем более батюшка, да. Ну, наверное, на ценность, какая у них ценность, да, будет оценивать эти иконы. Поэтому, друзья, давайте, наверное, я вам для начала покажу, что это за иконы. Пишите в комментариях, ценные они или нет. Ну и, конечно, не забываем ставить вот такие вот жирные лайки, подписываться, также советовать мой канал своим друзьям. Ну, а если вы мне дизлайк поставите, то, в принципе, я уже говорил, вот на вашей совести, я вас ни к чему не принуждаю, вот, не агитирую, то есть это полное ваше право поставить лайк или дизлайк, также оставить какой-нибудь интересный, друзья, комментарий. Давайте посмотрим, что за иконы. Друзья, я зажег свет в комнате, потому что так, наверное, лучше будет видно. Видите, все зашторено у меня. Не только занавесками, да, а еще и тряпками завешено все, потому что, ну, я боюсь, что кто-то будет смотреть в окна. Вернее, не боюсь, но так многие люди делают, да, которые уезжают и закрывают дом, зашторивают, завешивают, скажем так, все люки задраивают, вот, чтобы никто лишний не... Смотрите, вот такие вот, такая, вернее, вот Иисус Христос, большая икона, да, вот, которую я планирую отвезти в храм, в Никольский храм, вот рядом Николай Чудотворец, если не ошибаюсь, икона, и Спаситель, опять вот икона. Вот, но я вот эту вот, вот эту большую икону, посмотрите, да, какая она красивая, ручной работы. Пишите в комментариях, как вы считаете, сколько этой иконе уже времени, лет. Такая вот лампада висит. Но вот эту вот икону я пока не повезу, я, может быть, ее в следующий раз отвезу. Такая вот, друзья,
Здесь у нас Божья Матерь. Я думаю, видно. Сейчас я так вот сфокусирую камеру. О, думаю, видно, да? Уже довольно-таки древняя икона, поэтому не очень отчетливо, немножко выцвела фотография, я так понимаю, там фотография, а рамка ручной работы. Может быть, как это, я не знаю, как это назвать, наверное, это картина в обрамлении, вот что-то из фольги, из металла, наверное, да, но очень интересно. Я знаю, так раньше всегда вот делали, украшали иконы, когда они в рамочке стояли. Друзья, вот такую икону я тоже хочу отвезти, в Никольский храм отдать, Никольскому храму, людям, чтобы люди приходили в этот храм и любовались вот этой красотой. Видите, какая вся сияет икона. Давайте я фонарик включу, может быть, лучше будет видно. Потому что, друзья, видите, у меня здесь зашторено все. И вот это вот выше икона Спасителя Иисуса Христа. А вот это вот Божья Матерь с Иисусом, с маленьким, по золоте. Видите, да, какая красота. Очень красивая икона. Видно, что она ручной работы. Видите, какие две короны у Божьей Матери, корона, смотрите, друзья, какая, и у Спасителя, у Иисуса тоже вот такая вот золотая корона, царица и царь, или царь и царица, да, друзья, по-королевски красивая икона. На мой взгляд, пишите в комментариях, как вы считаете, ставьте вот такой вот жирный лайк, если вам зашло это видео, понравилось. Если вы считаете достойным лайка это видео, комментарии. Если вы считаете достойным то, что я делаю, тогда оставляйте, пожалуйста, комментарий тоже. Мне будет очень интересно вас послушать, почитать, вернее, что вы пишете. Такая вот, друзья, неземная красота. Посмотрите. Давайте я немножко штору отодвину. Вот видите, да, немножко света побольше. Не немножко, а побольше. Но вот так вот, думаю, вы более внимательно можете рассмотреть. Давайте. А может, так даже лучше видно, друзья. Пишите в комментариях, как лучше видно. Вообще пишите побольше комментариев, потому что тогда видео будет выходить в топ, в поиск. И рекомендации будут попадать. Я всех тонкостей Ютуба не знаю, но знаю то, что если побольше комментариев, лайков, дизлайков, без разницы, то видео, оно первое в поиске выскакивает в поисковой системе Ютуба. Также оно в рекомендациях появляется, также в топы выходит, поэтому очень бы хотелось, чтобы побольше людей всю эту красоту, друзья, увидели. Такая вот, друзья, неземная красота, которую я хочу, с которой я хочу поделиться с вами, друзья. Вы можете посмотреть адрес под видео, где я снимал храм, где он находится, более точные координаты, приехать и уже вживую посмотреть на эту икону, друзья. Думаю, я очень хорошее дело делаю. Какие-то люди мне говорили, не надо, зачем тебе это надо, оставь себе. Я считаю, друзья, что я в какой-то степени, наверное, даже не достоин такой красоты. Бабулька очень намоленная была, дом очень намоленный. Бабулька очень молилась каждый день. И она, наверное, больше была достойна. А я почти не молюсь. Только когда мне тяжело, вспоминаю о Боге, как и большинство, наверное, из вас. Поэтому я думаю, там ей будет самое место. Здесь я тоже, конечно, оставлю иконы. Какие-то
но эту икону я отвезу все-таки в храм, Никольский храм, друзья. Пишите, как бы вы поступили на моем месте, так же или как-то по-другому. Оставили бы, может быть, их себе. Но я считаю то, что пусть лучше люди смотрят на эти иконы, чем я один буду ими любоваться, да, молиться им лучше. Пусть много людей молится и любуется этой красотой неземной. Я, друзья, считаю то, что жизнь, она тоже, мы не вечные все. Надо что-то после себя оставить другим людям, друзья. Хорошее имею в виду, неплохое. Друзья, вот такие три иконы я подготовил. Видите, да? Вот такая вот икона, это или Георгий Победоносец, или кто-то, посмотрите, какая работа. Ручная. Видите, да? Какая красота, друзья. Кто на белом коне, с копьем. Я так думаю, он дракона убивает. Вот икона Спасителя. Такая вот икона Спасителя, друзья. Такая вот красота в серебре, скажем так. Тоже ручная работа. И вот Божья Матерь. Такая вот она, вся в золоте, в позолоте, со Спасителем, друзья, с маленьким. Вот эти три иконы я хочу отвезти в храм, отдать. Все буду делать через Тамару Яковлевну, это я обязательно поснимаю для вас. Поэтому ставьте лайки, комментарии. Не забываем подписываться на мой канал, канал называется Жека. Ну и друзьям тоже советуйте, если им будут интересны мои видеоролики, то я буду очень признателен, если они тоже на меня, друзья, подпишутся. Давайте еще разочек на дорожку посмотрим. Я уже через пару часов отъезжаю в Москву. Давайте посмотрим на дорожку. Так вот, у него... Даже здесь молитва, в руке Библия у Спасителя. Такой вот всадник, Георгий Победоносец, если не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, друзья, меня поправьте, я потому что не очень силен. Когда-то в детстве, да, я из семьи, из церковной ходил в школу, в приходскую, церковно-приходскую. И молитвы все знал наизусть. Сейчас, кроме «Отче наш», я, к сожалению, ничего не помню. Вот так вот, друзья. Жизнь, когда взрослеешь, годы проходят, ты, можно сказать, тебя делает каким-то жестким. Что-то даже ты забываешь хорошее, а больше, наверное, плохого помнишь, чем хорошего. Поэтому, друзья, я думаю, я делаю сейчас хорошее дело. Да, если вы все-таки как-то считаете наоборот, все равно пишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Да и думаю, другим людям тоже. Так вот, друзья. Друзья, ну вот я привез иконы, как и обещал. Рогачево, поселок Рогачево, это Дмитровский район. Город Дмитров, поселок Рогачево, повторюсь, чтобы более вам ясно было, куда я приехал и зачем. Друзья, привез я сюда иконы, которые я обещал пожертвовать храму, храму Николая Чудотворца, друзья, который находится сзади меня, позади меня. Вот. Я договорился с Тамарой Яковлевной, чтобы эти иконы отдать. И они стояли в храме, чтобы люди приходили, могли любоваться на эти иконы, молиться этим иконам. А продавать я их, как мне советовали мои знакомые, не стал. Потому что я считаю, что каждому продавать такие вещи, это не просто антиквариат, а это, наверное, святое, святыня, это большой грех. Ну, по крайней мере, для православного, крещеного,
верующего человека, друзья, как я думаю, это был бы большой грех подавать великому духовному, друзья. Поэтому давайте пойдем потихоньку и отнесем их Тамаре Яковлевне, которая есть у меня в предыдущем ролике, когда я снимал сам храм, птицу коршун. Я ее поначалу соколом опозвал, своего незнания, на самом деле это коршун оказался. Пойдемте, друзья, в храм и дадим, пожертвуем, вернее, эти иконы храму для людей, все-таки святое место. Иконы, они довольно-таки увесистые, две больших иконы, одна небольшая. Хотим мы их отдать сюда, храму, храма, повторюсь, Николая Чудотворца называется, а отдать их старости этого храма Тамаре Яковлевне, чтобы она поставила их в храм уже с батюшкой. Иконы, короче, друзья, пройдут все процедуры необходимые и будут находиться внутри этого храма. Вы сможете приехать, полюбоваться на них, также помолиться. Да и в конце концов, я думаю, что это неплохой поступок с моей стороны. И думаю, то, что я снимаю видео, в этом ничего зазорного нет. Просто хотелось мне вот оставить этот момент в памяти, в своей памяти, в памяти людей, православных прежде всего, чтобы люди также делали, относили иконы куда-то в храм, они на помойке выносили. Как мой дедушка когда-то, у меня бабушка очень плакала, отнес иконы на помойку. Бабушка ходила и пособирала потом. Я вот хочу в какой-то степени искупить эту вину своего дедушки и отдать храму иконы. Иконам уже больше 100 лет, иконы старинные, они мне от прабабушки достались. Поэтому, друзья, давайте, наверное, с вами вместе, не наверное, а с вами вместе пройдем и отдадим Тамаре Яковлевне эти иконы, друзья. Пойдемте. Друзья, ну вот мы и подошли к Тамаре Яковлевне. Друзья, видите, да, какая здесь вывеска? Осторожно, злая собака. Это наша старая знакомая, елка, совсем не злая. Вы можете по другому видеоролику наблюдать. Здесь вот Тамара Яковлевна проживает. Там храм. И, друзья, тут уже успели сделать козырек, пока меня не было, около месяца, нас с вами вернее. И вот сейчас мы позвоним ворота Тамаре Яковлевне. Два раза позвоним, чтобы отдать. Вот у нас, друзья, иконы так на травке в стороне стоят, чтобы не побились, но бетон я ставить не стал. Не поможешь? Это уже потом батюшка будет сам смотреть, и будет делать. Сейчас я на людей отпущу. Давайте, пожалуйста. Вот сюда, пожалуйста. Аккуратно. Угу. Видите, закурился и протирал. Так, вот здесь уже припало. Здесь, наверное, все будет.
Это сейчас одну минуту. Зайди поближе. Снимай икону. Так, друзья, вот. Вот такие вот иконы. Крути, чтоб видно было. Это видно. Тамара Яковлевна. Вот. Вы видите, немного материал там железный отошел, его бы выпрямить как-то. Смогут это все? Значит, это реставрационные, значит, будут работы. Вот это как решит батюшка. Я просто... Вот когда освещение будет, посмотри, какая прелесть. Так, я поближе поснимаю пейзажи. Георгий Тони, да? Да. Такая вот. Наша дама появилась там, да? Наверное. Икона. Тамара Яковлевна, а вот это, на ваш взгляд, как вообще икона? Ну, это чудесная икона, что тут говорить-то. Ценность какую-то представляет вообще? Я не разбираюсь в этом. Угу. Это только батюшка может сказать. Так, ну, иконы, я могу на них прийти, посмотреть, да, то есть они будут... Значит... Люди посмотреть могут прийти. Договорились так, батюшка в среду приезжает, освещение икон, и после освещения только можно их будет выставлять. Ну, а там уже будет решать батюшка, как... Это только благочинные. Пойдемте сразу туда, отнесем. Бери. Туда. Конечно. Так. Здесь не буду. Друзья, это мой оператор, помощник. Антон, ты сможешь три иконы? Аккуратно. Аккуратно, только аккуратно. Чтобы они. Да-да-да. Подожди. А вон он идет. Подожди. Ну-ка, подожди, поставь. Ага. Приподними. Сейчас. Все. Как раз идет батюшка. Батюшка, да? Тот, к которому вы подходили. Чего же такие иконы не принять? Ну, я думал, как бы зря вы это отдаете. Потому что сами вы молились. Нет. Намолены. Вот эти две и... Это, а это уже без меня кто-то делал. Это все люди тоже, вы рассказывали, да, конечно, принесли? Конечно. Друзья, вот иконы. Вот наши иконы пока здесь будут находиться. А потом, надеюсь, мы их увидим. Значит, здесь. Возьмите номер телефона. Он разрешил, чтобы я вам дала номер телефона. Ну что, дорогие друзья, ну вот мы отнесли иконы храм Николая Чудотворца, три иконы, вручили их Тамаре Яковлевне, чтобы люди смогли приходить и любоваться на эти иконы. Я думаю, она об этом позаботится, друзья. Сначала и батюшка посмотрит, а осветит эти иконы. Я в этом немного понимаю. Тамара Яковлевна сказала, что сначала иконы батюшка посмотрит, потом он их должен осветить, дать добро, и эти иконы поставят в храм в ряд с другими иконами старинными, которые также попали в этот храм из чьих-то рук дар, но где-то найдены были. Поэтому, думаю, наши с вами иконы, эти три, там окажутся, будут находиться в храме, стоять в этом храме, друзья. У меня даже, знаете, слов нету, я очень устал. Поэтому, друзья, давайте, наверное, будем с вами прощаться. На сегодня уже хватит съемок. Помочь этому храму вы сможете. Реквизиты все будут под видео, внизу в описании, под роликом. Будут реквизиты, банковские, друзья, реквизиты этого храма. Вы сможете отправить какую-то сумму, которую вам не жалко, на поддержание этого храма, его территории. А также приезжайте сюда, привозите иконы, которые вам
по каким-то обстоятельствам оказались не нужны. И я думаю, что вы сделаете большое дело, как и я. Надеюсь, я сделал сегодня большое дело. Ну, на этом, я думаю, друзья, все. Всем пока.